Воротило все. Волос. Когда это произошло? Вчера в 6 часов вечера. Вы в доме были, да? Находилась я с внуком, находилась я. Дочки не было, а я с двумя внуками находилась. И вот это когда произошло, нас там накрыло. Меня ранило, кровью стекало. Вот. Получилось. Вот материн дом, мой дом. Все. Кто будет как, ее тогда строить уже жили. Осталось. Это когда было? Третьего? Третьего? Вот это было у нас на нашей улице побило. Не вижу. Кто-то погиб здесь, да, в доме? А? Кто-то погиб в доме? Дедушка наш заживо разорвало на куски. Сколько ему лет было? 60. Нет, это... Давайте нормальный пакет, а? Ну вот один мужик, как и сказали вчера, просто был мужик. Да, да. Еще девушка, да? Женщина. Она я ее забрала, она живая, она у меня. У вас? У меня. Да. Вот моя тетка. Родная. Здравствуйте. Вы отсюда, да? Да. Расскажите о вчерашних событиях, что здесь было? А я ж не знаю, спала, вы знаете. Спали, да? Я там на Черниговской живу. И я ж уже привыкла к таким обстоятельствам. Бомбят-то там же, как раз и для переезда. У вас на денежек не хватает, да?
Ну, пенсию же не дают. Не дают пенсию? Пенсию же уже сколько? 8 месяцев не давали. Жить за что? Как вы живете здесь? А как я живу, так и живу. А так. А бомбят и бомбят. Понятно? И пенсию так и не отдали нам. Ну, это что было? Да я точно не забыла. Хорошо, что мой дедушка еще живет далеко отсюда. А где он живет? На Угольной. На Угольной? А ты какой класс ходишь, Егор? Четвертый. Четвертый? Да. Сколько тебе лет? Мне 9. М? 9. 9? Да. Давно это все здесь происходит? Это все, ну вот сейчас вот это, полетали стекла, наверное, вчера от бомбежек. Я вообще не знаю, я тут только сегодня прошел. Тут бомбят очень страшно. Я видел, как он где-то от конторы шел, огни оттуда летят. Очень страшно. А ты с кем живешь здесь, Егор? Я вообще сейчас у дедушки живу, там безопаснее. Но вообще живу с отчимом возле церкви. Мой отчим говорит, ему просто когда стреляли, кусок железа с соседнего двора влетел. Ну, папа сейчас по всему городу железяки ищет. А мама где? А мама работает на пекарне. На пекарне? Здесь же в городе? Да. Понятно. Ну, хлеб есть дома? Хлеб возит, но сейчас пекарня закрыта, потому что весь центр разбомблен. Там пекарню очень повреждена. Высокие повреждения. Понятно. То есть пекарня не работает? То есть пекарня... Ну, вообще... Это урагал. Доска. Да не, он туда на метр ушел. Получается все, да, разбито здесь? Ну, все, одного. И больницу, и сад, и клуб, вроде бы, говорят, и дом там горел. Вроде бы даже трупы еще и не достали. Завалило людей. Привет. Скажи привет, скажи здрасте. Как тебя зовут? Глеб. Глеб, тебе не страшно? Нет. Сильно стреляют? Бахают сильно. А ты прячешься где-нибудь? В подвале. В подвале сидите? А где еще сидеть? Да, я, папа, не тебе. Вот так.
со стороны попасть. Это случилось под вечером вчера. Было две волны удара ураганами. Первая, потом периодичность примерно через час, вторая. Большие потери сейчас по городу Зоринске. Разрушены дома, разрушена школа, больница, многоэтажные дома. Пострадавшие люди есть? Люди, пострадавшие есть, погибшие есть люди. Некоторых еще с подзавалом не вытащили. По предварительным данным, сколько пострадавших, погибших? Сейчас многие сами себя перевязали, многие не обращались просто в больницу. Сейчас еще точного числа пострадавших нет. Но вы сами видите. Только во время войны, Второй мировой войны, фашисты такое творили. А теперь это творят украинские фашисты. Как с ними можно? Какое может быть перемирие с этими тварями, с этими Порошенками и остальными его сворами? Та же Америка поддерживает, та Европа. Если они за 12 человек какой хай подняли в Европе, то пусть посмотрят, сколько на Донбассе людей погибло. Откуда был нанесен удар? Есть какие-то предварительные данные? Судя по оставшимся остаткам зарядов ураганов, удар предварительно был нанесен со стороны Попасной. С той стороны. Вот сейчас был звонок моим знакомым, звонили с Киева и говорят, что это мы сами себя. Ну, как можно самих себя с такого оружия уничтожать? И это мы террористы. Если мы были террористами, то уже давно, наверное, взорвали Киев. Мы защищаем свою территорию, нашу землю. К нам пришли они с оружием, не мы к ним пошли. Мы освобождаем свою землю. Мы не хотим жить с фашистами и гомосексуалистами. У нас наша христианская вера. Нам не нужны ни католики, ни их гомосексуалисты. Мы православные. И всегда защищали только свою землю. Мы не шли с вами. Мы отставили свои интересы. Интересы наших людей. Мы хотим жить свободно и достойно. Без фашизма, без нацизма.